Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и описания к ним Антонелло де Мессина «Благословляющий Христос». Около 1465 года, дерево масла 38,7 на 29,8. Антонелло де Мессина – видный представитель южной итальянской школы живописи раннего возрождения. Образ благословляющего Христа является вариантом иконографического типа, получившего определение «Спаситель мира». Христос изображен без державы, символа власти, и не коронованным. Его всепроникающий взгляд и жест приковывает внимание. Рука, поднятая над рамой, написана с явным перспективным сокращением. Она должна была поражать современников иллюзией, будто выступает за плоскость картины и направлена непосредственно к стоящему перед ней зрителю. Внимательный взгляд обнаружит, что часть живописного слоя стерта, и под ним видно несколько иное первоначальное положение руки. Примечательно, что одним-двумя десятилетиями позже подобный образ дважды создаст Ганс Мемблинг. Это доказывает, что не только нидерландские мастера влияли на итальянских современников. Было и наоборот. Но вот такое описание картины «Благословляющий Христос» Антонелло де Мессина я нашел в интернете. Пока, до свидания.